Ты в Варна игрался или что? Как вы здесь? За кибербуллинг. Пук-пук. Сурфит, останься, пожалуйста. А там диск или что? На один трай максимум могу остаться. Альбер, заходишь? Да, захожу, что-то вытянуло. Оскар, слышите? Ноль рассекающих за бой плейн. Не клевают. Что за шпальку не забрали? Чё, блядь? Я вас попросил всего лишь не кливать, блядь, второго шаркающего, нахуй, первый трэш, блядь. Нахуй вы что-то свой рот открываете вообще на это говно? Блядь, зайди медведем, собери нахуй пачку, блядь, бомжей, когда тебя нахуй дауны просто кливают с пула, блядь. Ты вообще про чё сейчас бычишь? Нетоксичный здесь? Да. Запускаю или чё? Я не знаю, как так получилось, что печенька, ну вот только что я смотрел, печенька, блядь, два шага сделал вправо и уехал в противоположную сторону, а третий, я вообще в аху, как он улетел. Прожмите на то, пожалуйста. Альбер, смотри, поставь, пожалуйста, рейд вот сюда вот. Вот сюда вот поставь рейд. Видишь, где крестик стоит? Когда? Ну, типа, после первой переходки. Я не бегу на первый переход, я прохиливаю. Ну, типа под Вальки же все равно сбежишься. Туда поставь. Не, я как долбоёб бегу самый последний, это честно скажу. Ладно. Пук-пук. Да будет так! Герои в атаку! Как я так хавку не похавал? Милики прошли. Вар, ты сказал, что ты раскол ставишь, но ты не ставишь. Получается, без добора. Почему? Смотрим. Милики, РД-ловушка, Альпис, чума. Прикиньте Меганову, пожалуйста. Я сейчас от заражения сдохну. Преступление. Ловушку чекаем. Милики. Чума, ловушка. Альпич, милики. Ловушку смотрим. РДД. После шаркаря поведешь. Мишку диспел? Не клевый шаркаря. Нетоксичный РДД. Нетоксичный РДД. Стой здесь пока. После ловушки поведешь. После ловушки поведешь. Прохилите заражение. Веди на край. Мастер налет нажми. Мастер налет нажми. Меганова диспел. Депресс, подойди с духом. Первый хан, второй рога. Идем давать. Гимн на ману. Прочитай горшок. Диспел медведя. Все, молодцы, бля, первую фазу сыграли. Давайте увидим вторую, третью. Рога на пуль сейчас ты. Не берите ножи, пожалуйста.
сверкам. Мономах сейчас подражение, мастер жмешь. Чуть правее, Альпич, встань. Чуть-чуть правее, Альпич. Вот, в квадратик встаньте, пожалуйста. Духа заклеивайте, меганову захильте. Точечные станы пошли. Точечные станы. Кривайте, если шо. Убивать вальки быстрее. Осквернения сейчас разошлись. Осквернения вынести, не залейте, пожалуйста. Вы скинь. Молодец, все, так же летим, так же летим. В крестик идем все? В крестик. Геру. Иннер. Иннер по Альпичу дайте. Чей это хил? Не помню, кого назначал. Животное, стак и раскол. Тихо, пожалуйста. Осквернение выносим влево, рейд идет вправо. Внимательно за этим следите. Осквернение лево, рейд право. Вынесли осквернение. Вышли просто из осквернения, выбиваем вальки. Гнев небес нажмите, выйдите из осквернения, гимн хп горшок. Гимн хп горшок, личные сейвы прожали. Скиньте себе осквернение. Все, пойдет, молодцы. Второй гнев небес нажмите. Веди потихонечку к трону, о, да, к трону веди Ильича к трону потихонечку, милики за ним. Оскорение сейчас составляем и летим так же, как в том драе. Оставьте только оскорение здесь. Все, отлично, веди Ильича. В крестик все встаем вот сюда. Что-то далеко, по-моему. Ну ладно, оставь так. Давайте. Выбиваем вальки, точечные станы пошли. Гимны хп жижится, гимны хп жижится. Выбивайте вальки. Последующее заражение дашь мастер на тьму. Гнев небес у кого есть, гнев небес у кого есть. Оскорнение вынесите, печеньку выбить. Оскорнение вынесите. Все, так же полетим. Там уже вибрация, там уже не полетим. Гимн хп килька. Оставь здесь Ильича. Оставь здесь Ильича, не веди его. Все, потихонечку на край веди. Подвале гнева небес нажмете, если будут. Но не будут они. Все, пойдет. Мастер на лед нажми. Мастер на лед. Хорошо. Там кулака под руидом бафнет. Первый хант, второй рога. Дайте иннер. Гимноману прочитай и жижится. Акцент залей в кого-то, иннер, пожалуйста. В Тесалию залей, я в Альпичи залью. Я в Тесалию залью. Все. В нового играйте, в нового. Всех духов наполиваем в БДК. Булат, подведи, пожалуйста. Освободи тёмку, не токсично, поставь тёмку. После комнаты давать? Я дам по тебе БР, встанешь. Сразу по нему что-то нажмите, пожалуйста. Захильте Мурала. Баф по нему нажмите, обязательно. Используйте БДК Сало. Добивайте старого. Я после комнаты с тебя заберу ТША. Кулак нужен, повару. Сейчас комнату тебя обнимем. Есть кулак на вами. Все вижу. И приставах. На тему хотел. В центр идет, ничего не кастуем, в центр идем, ничего не кастовать. Акцент! Да что кричишь, блядь? Пошлите. Спал, блядь. Влево побежим. Проходите дальше. Аспект можешь нажать. Аспект и врубай аспект. Все, выруби. Проходим дальше. Пальпи, что дай БР акцент, развернись, дай БР по нему. Не надо мне БР. Хорошо, как хочешь. Проходим дальше. По духам играть, под летающим. Пальпи, что дадите, пожалуйста, все бафы, и сова по нему и не разольешь. Уже заливал. Понял, бомштайл зальешь по себе, и я по нему потом залью.
Ну, короче, жить, блядь. Вынести осквернение, вынести осквернение. Не веди пока лича никуда, не веди ни лича никуда. Уйдите из-под лица духа. Уйдите из-под лица духа. Не веди пока, не веди. В духа играйте, пожалуйста, все, в духа. По краешку поведем аккуратненько. Все, добили дух, спрятались за лича. Можешь проводить лича. Проводи, проводи, быстрее, 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 быстрее. Оскорнение 5 секунд, не залейте, пожалуйста. Оскорнение не залейте. Расходите с оскорнением. Пойдет. Дергай сейчас на центр или что, только не быстро дерни его куда-то, чтобы нас в комнату затянуло где-то в центре. Пойдет. После комнаты нажимаешь «Гнев небес, мономах», можно «Тайфун» нажать. И «Мастер на тьму», пожалуйста, под хлопки нажмите. В центр бежим все, захиливайте рейд. Свободный инер, вальпище влейте. За крестиком побежали. Направо пойдем, направо пойдем. Свободный инер, вальпище или в ДЦ. Ну, лучше вальпич. В крестике стоим. Прошли дальше. Пробегаем, пробегаем дальше. Быстрее. Зашли за угол. Сейчас выкинет оскорнение, вносим «Гнев небес, мономах». И под хлопки нажмите «Мастер на тьму». Лохоморов, блин, конись куда-то. Куда в духов пошли? Гнев не... «Мастер на тьму» нажми. Лича забери, лича забери, лича забери. БР по мне, пожалуйста, дай, Танипка. Баф по мне обновите. Проводи лича на другую сторону. Оскорнение вынести 5 секунд сейчас. Илька, ты чё стоишь, АФК? А, я понял. Тассан, лебучая, была убил, короче. Да, как, зачем их приморожили? Я не могу, блядь, их хлопнуть. Они примороженные стоят. Дергай сейчас на центр, в комнату заходим. Милики, догоняйте. Последняя комната. Задотите лича? Все, бегайте как хотите, мне плохое выживание устраивает. Да нет, тут еще 5% бить надо. Тут еще много. Да. В центр идем. За крестиком побежали все? За крестиком, за крестиком. Не на портал, за крестиком. Там портал в говне весь. Как дойдем до листинга, можно разбегаться как хотите, только не подохните. Если верса будет, таунт плюс бабу любой паладин. Блять, мастер на тьму нажми, мастер на тьму, любой. Гимны хп любые прожмите, гимны хп. Отстойте, не идите вперед, не идите, пожалуйста. У вас 4%, вы что, додичи? Гнев небес нажмите сейчас на духов, выносите искренение. Гнев небес на духов, гнев небес на духов. Можно толкнуть их, можно мастер на тьму нажать, если есть. Диваны раздайте, пожалуйста, скилловые паладины. Не веди никуда. У меня с комнаты не выбросил. Ну все, пока. Это бабу, наверное, прожил. Все, пока. Скорее всего, да. Это правда, Лоран. Вы величайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия. Че это было на сарке? Да. Слышь, оказывается, без рассекающих можно нормально. Оказывается, если по КД кидать вспышку, то люди живут. АУЕ? АУЕ. Нормально. Не, все на сегодня. А все равно что-то мало, всего 300к. Когда Аванг Ас? Владин, вы вообще нажимаете мастера, когда я пришел, или вы типа на похуй? Я нажимал, для этого я. За этот невольный подарок.
Я нажал мастер ауру, Палтос словил пачку духов и пошел дальше. Не бабл. Блин, гоните, полечу урон. Бабл для слабых. Не, это, конечно, после комнаты прикольно, блять, выносить осквернение в духов. И ты станешь первой жертвой. Ты сейчас про какое осквернение говоришь? После комнаты мы выходили, под первую комнату. Там не по духов даже, если ты про Нахаяму говоришь. Нет, типа, мы вышли из комнаты, духи полетели на нас, а вы побежали на них выносить осквернение. Там, блядь, пол рейда под духами просто стоит. Не-не-не, ну маг-то вынес в сторону. Не, ну маг-то вынес, понимаю, но я же говорю, осквернение после комнаты разбежаться, типа. Вынести осквернение, нужно не залить его. И пацаны выносят его под духов прямо. То, что маг сделал ТПС с осквернением, да, я это видел. Но большая часть, ну не большая, типа. Там одна треть рейда пошла. Прошла просто под духов. Гений. Он уже за каждый пи***. Смотри, у него 500 значения есть. Флат, убивать ручка. Ничего нет. Еще косарьки. Короче, ебал на танке рылить. Влеча ебанул. Вспотел? Особенно на говномедведе. А трусики мокрые? Если бы я как МТ был, вообще было бы все изи. Да, МТ попроще. А чё на МТ скрип? МТ шишь медведем на следующем арте. Так я бы МТ шу спокойно. Все. На X5 кидает осквернение на. Да, да. Кидает. Чак левый можно будет? Блять, потроллить пришли, да? Так левый, скажи просто там, как грони держит и все. Говно из грудного боя, блять, все. Закинь на нетоксичную коня, спасибо. Озо. А че, если вылетела сейчас игра, шмот какой-то получится? Клятву рулится. Да, получишь, но там у тебя ничего нету. Туда. Да есть, ну, физически нет. Обычка не сдаст. Это сколько, 400? Половину. 468. Угу. Я писал, что запомнил. Это про что пишет вот Англифат? Это про... Лок, если что, я тебе начислил ДП, можешь срать или нет. Там, я так понимаю, за 937 там почитал, да, уходит Мурало. Блин, найс в рейд сходил, 500 гп. Пал с титотин рольц. Гриппить, наверное, синдру надо почитать. Ну бля, ну это реально был мой косяк, а на лече я не знаю, что там было. Было то, что я на медведе вонючу прожал два таунта, и при этом с меня два раза сорвали шаркаря. Блин, то, что там, блядь, по окну 40 тысяч просто тупо увара. 40 тысяч. Шаркарь только вышел. Блядь, как можно анхоликом вообще что-то сорвать? Кроме мор. Аккаунтом? Да нельзя. Мор. Я никогда в жизни, а уже 10 лет, блядь. Кто был блядь, только с лича? Ни разу ничего не срывал. Медведь говно танк. Вот скидываемся и... на говно. Медведь говно танк. Все, блядь. Медведь охуенно танк. Говно. Говнище просто.
Говнище. А кому лошадь отдали? Ташая тебе куда, ИП? Ташаю. А кто это говорил про говно танка? А вы лошадь не ролили? Алло, кто это говорил про говно танка? Я говорил. А как твой ник? Дон Дистюр. А вот в следующий раз ты тогда танчить пойдешь. Так я не говорю, что ты конкретно говно. Просто медведь, блядь, говно. Не медведь, ни хера не говно. Не. Просто тебе надо было подходить туда, к шаркарю, и давать увечья прям в него. И тогда не было... А потом, наверное, я... Когда поверну шаркаря, он шоквейвом ебанет. И я такой, типа, окей. Ну а так он всех все равно покоцал. И МТ, блять, в ловушку весь рейд завел. Вообще шикарно. Ну для этого тактика круговая. Я МТ за эту ловушку дал, как бы не переживай, Жень. Да понятно. Да похуй. Я клавиатуру, блять, залил пивом. Вот это. Ну все, хилить теперь не сможешь.